данном видеообзоре мы рассмотрим мышь фирмы Afotech модели J9557FX2. Это беспроводная мышь с применением инновационной технологии V-Track Optical, которая позволяет работать на абсолютно любых поверхностях, включая мех, ковры, кожу и ткани. Эта мышь предназначена для пользователей ноутбуков. В комплект входит батарейка, радиоприемник и инструкция. Интерфейс подключения радиоприемника USB. Оптическое разрешение мыши меняется от 800 до 2000 dpi. Также возможны 1000, 1200 и 1600 dpi. Клавишей на корпусе мыши можно изменить частоту опроса в пределах 125, 250, 500 Гц для удобства работы в офисных программах, графических или для игр. Также кнопкой на корпусе мыши меняется и значение dpi. На нижней части корпуса мыши расположилась кнопка «Включить-выключить», а под крышечкой место для батарейки. Мышь эргономичной формы, удобно и естественно лежит в руке, подойдет как для левой, так и для правой руки, поскольку дизайн мыши выполнен в симметричном стиле. Компактные размеры позволяют использовать ее везде, где вы пользуетесь компьютером, дома, на работе и в любом другом месте, просто захватите ее с собой. Общее количество клавиш – 5 и колесо прокрутки. Мышь питается от одной пальчиковой батарейки. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.